разморозил кусочек мяса. Сейчас его разрублю. Все ненужное срежу. Здесь у нас получаются уголки, карбонат и грудинка. Уголки нарублю. Катя часть мяса отварит. Часть мяса хотим замариновать, приготовить шашлык. А грудинку, соответственно, будем коптить. Сделаем для нее сухой маринад. Она там дней 5, может, недельку постоит у нас. Потом будем коптить горячим копчением. Очень необычная заправка для салата. Здесь идет мед, томатная паста, сок лимона и острый перчик. Все хорошо перемешала. Баклажанчики у меня полежали, дали сок, я их откинула на салфетку и сейчас делаю панировку. Панировка у нас идет кукурузный крахмал. Также у меня уже стоит, разогрелось масло. Будем обжаривать на масле. Покажу кусочек в разрезе, прослоечки мяса, сала, все в меру, 50 на 50. Грудинка копченая получается очень вкусная.
Я все подготовил, красиво нарубил. Дальше с этим уже будет работать Катя. Обычно мариновкой грудинки занимаюсь я, но у меня сейчас есть другая работа. Поэтому Катя ее замаринует. Там сложного ничего нет. Подготовить смесь, обвалять в этой смеси грудинку и убрать ее. Там на недельку оставим, пусть она маринуется. Сегодня пробуем новый салат с баклажанами. У нас баклажан целое ведро. Надо их прибирать. Сделала салат такой вот интересный. Чай с малиной, он дает такой интересный цвет, красный. Малина его насыщает. Ну и так только лимончика. Мне даже интересно, какой он будет на вкус, но я думаю, что будет остренький. С перцем чили. Очень остро чувствуется. Остро? Ну, мне, видимо, как раз попалось. Тебе, откуда-то. Видимо, попалось, да. Да, с заправкой. Мне не показалось так прям, что сильно-сильно. Если он, посмотрите, прям перец лежит сверху. Чувствуется немножко у меня вот пока что остринка. Но мед, он эту остроту приглушает. Мне, видимо, как раз вот самый сок попался. Я сейчас первые кусочки съел. Но вкусно. Ты перемешай вот так вот получше. Я же просто полила, не перемешивала. Ну, я, кстати, острое люблю. Так что, наоборот, хорошо. Ну, ничего, так вкусный салат получился для разнообразия. Да, вкусно. Потом еще можно будет приготовить. Баклажанов много. Не, мне понравился. Интересный салат. Я думаю, может быть, баклажанную икру сделать? Хочешь? Ну, если их много, можно тоже сделать, что как бы для разнообразия попробовать. И вот эти вот жареные баклажаны, они в этом салате, они как бы вот убирают вот эту пресность салата, то есть они такой новую нотку вносят. Не совсем такой, как вот летние, там, допустим, помидоры, огурцы, вот это что-то, либо салат с капустой, а здесь они поджаренные, и он уже не такой пресный получается. И масло, кстати, не надо никакого добавлять, потому что они уже, ну, впитали баклажанчики в себя масло. Ну, теперь мне острота попалась. Попался, да, кусочек. Сегодня навожу порядок. Надо помыть панели от гриля, решетки от коптильни, потому что скоро будем коптить грудинку, плитку и подготовить банки для консервации. На панелях появился нагар, который очень сложно отмыть. Другие моющие средства с такой задачей не справляются. Попробую это сделать с пастой Pink Glam. Беру немного пасты, наношу на губку и распределяю по поверхности панели. Появилась пена, паста начала работать.
Оставляю панель на 5 минут, чтобы нагар с легкостью отмылся. Когда коптишь грудинку, выделяется очень много жира. Он еще пригорает, его очень сложно отмыть. И самые сложные загрязнения на поддоне. Сюда стекает весь жир. Благодаря пасте даже очень сильный нагар отходит без особых усилий. Сразу же заметим результат, как было до и как становится сейчас. И даже решетки от коптильни стали как новенькие. Мне нравится, что в этой пасте есть абразив, так лучше смывается жир и грязь. Паста мне полюбилась тем, что она без труда отмывает стеклянные банки. По своему составу похожа на кальцинированную соду, но имеет над ней преимущество. У нее меньший расход, приятный запах фруктов, а еще она имеет густую насыщенную пену, которая справляется с любыми загрязнениями. С пастой можно работать без перчаток, она абсолютно безопасна для кожи. Пользуюсь пастой уже больше полугода, и даже нашим мамам она очень понравилась в использовании. Почистить ванную, помыть посуду, я уже заказала 4-ю банку. Для любой хозяйки эта паста станет приятным открытием. Попробовав один раз, уже не захочется возвращаться к старым средством, потому что аналогов у нее нет. Берем кусок, нарезаем его напополам, так будет удобнее коптить в дальнейшем и хранить. Разрезаем вот так, по косточке, здесь косточки вот так вот проходят. Вот здесь косточка идет.
каждый кусочек хорошо обваливаем соль с перцем, чтобы он у нас хорошо промариновался. Нужно даже вот так вот втирать. И для пикантности обваляем еще в паприке. Последний кусочек убираем под крышку и оставляем примерно на неделю. Сейчас нарежу уголки. Здесь у меня будет сало. Его можно будет засолить. Мясо и косточки. Косточки пойдут на суповой набор. А мясо я нарежу и сделаем, замаринуем на шашлык. И один вот ставим вот так вот. Я его сварю. Вот это вот у нас сальцо. Сейчас тут откровенное сразу же отрежу. Получился такой вот хорошенький кусочек. Мясо откладываем отдельно в миску и косточки вот сюда. Позже я их заморожу. Здесь сальцо уже идет потолще. Нужно аккуратно срезать, чтобы было все ровно.
Поросеночек был небольшой, поэтому карбонат тоже небольшой. Вот этот небольшой кусочек оставлю вместе с косточкой. Сегодня его отварю. Мясо для шашлыка нарезаем крупными кусочками. И мариновать его будем так же, как грудинку. Соль, перец и паприка. Всем огромный привет, друзья! Сегодня доделываю будку для наших собак. Положил лист железа, вдоль его с одной стороны отрезал, чтобы не было нахлёста. У меня нахлёста нет ни с этой, ни с этой стороны. Здесь загибать края не буду. А вот спереди и сзади нужно будет загнуть, чтобы собаки не поранились, потому что они лайки любят запрыгивать на будку сверху. Ну и чтобы вода не попадала, дождик, когда будет идти, чтобы сюда вот под железо вода не затекала. Спереди и сзади загну. Здесь такой есть небольшой нахлёст. Лист железа просверлил и посадил его на саморезы. Где буду делать загибы, там тоже снизу посажу на саморезы, чтобы оно обратно не отгибалось. И в принципе все. Кто из собак в этой будке будет жить, я не знаю. Пурга, потому что у нас будки не особо любит. Она у нас больше любит под елкой спать. Вот если что, для беркута обновим. И мы его, бывает, выводим вот сюда за вольер с той стороны. Обычно это летом бывает. Там будка, одно название. Она там старая у нас просто стоит. И вот он в нее залазил. И можно будет за место нее поставить вот эту вот будку. Может, когда-то и пурга туда тоже залезет переночевать в непогоду. Так, когда дождик какой-то идет, проливные дожди, она, конечно, под крышу прячется. А так, хорошая погода. Или даже зимой она спит под елкой. У нее там прям лежанки. В будку никак не залазит.
Насыпаю перец, паприки и соль. Столько хватит. Сейчас хорошо перемешаем это все. Показываем Пурге ее новую будку. Еле как ее туда затащили. Надо ей показать, что здесь можно спать. Кошка к ней туда прошмыгнула, тоже рядом легла. А Пургу мы туда затаскивали. То она так ее и будет стороной обходить. У нас эта будка в ограде стояла. Пурга туда ни разу не залезла. Сейчас лежит, тоже глаза напуганные такие. Зачем вы меня туда посадили, в эту будку? Вот Пурга, дождик будет, будешь здесь прятаться. Так что привыкай, твоя будка, а то все под елкой спишь. Мы как-то в роликах, кто не видел, показывали. У нее прямо лежанки под елкой. У нас елка в саду стоит. И Пурга там у нас под этой елкой спит. Зимой особенно у нее там излюбленное место. Когда снега еще не так много. Сейчас мы уйдем. Пурга сразу же выскочит. Вон, видно, она уже бежать хочет. А Маруська встала. Тоже пошла. Это не для Маруськи, это для тебя, Пурга. Да. Вот будешь здесь сейчас жить, охранять дом. Все, вечером пришла, спать ложишься. Все, молодец, молодец. Все, твой новый дом. Я отойду. Оп, сразу ветром сдуло ее. Поросята ужинают. Сейчас у них ужин уже проходит в темноте, потому что темнеет раньше. Порой каша еще остывает, они уже уходят ложаться спать, приходится идти их там будить, вызывать. Тут кричишь, им не выходят. Приходится туда идти, у них сарайком, будить их.
Мы с Катей посовещались и все-таки решили, что сбоку рейки тоже нужно сделать. Я сейчас с одной стороны их уже прикрепил, и мне кажется, что смотрится очень хорошо. С другой стороны сделал только окантовку. Сейчас еще выпилю рейки и точно так же их здесь прикреплю. Все, здесь работа будет полностью закончена. Все, друзья, полог полностью готов. Сейчас схожу на обед, перекушу и потом все эти рейки буду покрывать маслом.
Остается совсем немного, пройтись нижний полок и еще две двухметровые доски, которые там со входа и возле печки. Работа с маслом у меня закончилась, показываю вам готовый результат. Теперь полки стали под цвет стен, под цвет потолка. Единственное, у них есть такой вот белесый оттенок еще. Если их еще раза на 2-3 покрыть маслом, то цвет выровняется. Нижний полок. Дальше. Сегодня я буду первый раз протапливать печь, пока я туда не заложил камни. Артем мне посоветовал протопить ее не сильно, то есть чтобы был жар ровный и умеренный. Сильно топить ее не надо, кочегарить. Протопить ее нужно для того, чтобы у нее обгорела краска, как на печи, так и вот на этой решетке. И только после этого туда можно будет закладывать камни. Протопить ее можно и с первого раза, но подольше, либо придется там 2, а то и 3 раза топить. Вся система у меня сделана, дымоход здесь, хомуты затянуты, также и с водой я все сделал. Подсоединил все шланги, даже кран уже установил, можно набирать кипяток. С огорода я принес шланг, чтобы сюда воду набирать. Сейчас его протяну, наберу воду и дровишки надо еще принести. Все, буду закладывать дрова и топить печь. Посмотрим, как работает вся наша отопительная система. Здесь у меня еще есть дополнительное отверстие для чистки дымохода. Его я пока подпер чугунным грузом. В будущем здесь будут лежать камни, и они его будут подпирать, чтобы оно не открылось. Все, набираем воду из скважины. Сейчас мы берем там какой-нибудь бакет.
Все, сошли по обменник, сейчас у нас пойдет вода тоже. Летнего шланга как раз хватило до бани. Там буквально еще метра 2-3 запас остается, а так в аккурат. Зашумела береста. Дверцу закрываем. Можно любоваться прямо через стекло, как горит огонь. Это вообще красота. Современные печки радуют таким видом. У реки горит фонарик. Сегодня там рыбаки сидят. С вечера приехали. Сейчас слышу, как у них колокольчики там гремят. На дунку, что ли, они ловят. Обычно у нас там получить рыбу приезжают. Ну, сейчас осень как раз. Ночью уже холодная. Вон-то тут сидят. Видимо, так на удочке ловят. Ну что, Катя, уже потеплее в бане стало? Потеплее. Очень уютно. Прямо так и хочется сидеть перед печкой и смотреть на огонь. Скоро уже будем мыться и париться в новой бане. Все, уже последнее приготовление, последняя работа осталась. Живое тепло. Вот печку, когда мы в баню выбирали, у нас, ну это хоть не основной критерий был, но очень важный, чтобы было стекло, через которое можно смотреть на огонь. Ну вот, в принципе, печку мы и подобрали. Такую, что у нас есть и стекло, и полностью по кругу она обкладывается камнями. Тоже очень важно. Сейчас пусть оно погорит. Сегодня... Я думаю, что до поздней ночи ее будем протапливать. Чтобы завтра время уже не терять. Сразу же и камней намыть. И их укладывать. Тоже вроде бы кажется, что там, да, камни уложить на печку. А требуется время их помыть. Все грамотно, аккуратно разложить. Потом еще нужно сделать правильную раскладку. Катя там камни подбирала, когда покупали. Чтобы вот их мне показывать, куда какой камень класть. Какой наверх, какой вниз, какой в каменку. Я дверцу, кстати, в каменке тоже открыл, чтобы она тоже там все прогорала. Там так тепло. В общем, вот сейчас несколько еще раз подкинем. Пусть пока горит. Ну вот, пошел дымок. Сейчас он как раз из каменки выходит. Это обгорает краска. И присутствует такой аромат вот этой краски. Но я думал, что будет похуже. Потому что у меня был опыт тоже в лесной избушке. Мы печку обжигали. Ту вообще обжигали на улице, аромат стоял страшенный.
Ну что, друзья, печку вчера протопили, все хорошо. Я в процессе того, как печка топилась, трогал вот эти стены за печкой тоже. Они сильно не нагрелись. Это еще надо учитывать то, что в печи пока еще нет камней. Они также будут вот этот вот прямой жар тормозить. То есть он уже будет такой более равномерный, когда будут в печи лежать камни. Сегодня у нас в планах подготовить поле с картошкой, чтобы можно было копать картофель. Нужно будет убрать с него ботву. Мы сегодня с папой будем заниматься этой работой. И попрошу Катю, чтобы она еще раз нижний полог покрыла маслом, потому что он у нас будет чаще всего в воде. Потому что тут где-то будешь сидеть, мыться. Ну вот тут вот пол. Пол мы уже на 3-4 раза маслом покрыли. Так что его больше трогать не обязательно. Масло я не убирал, оно тут у меня так и осталось. И вода. Тоже вода нагревалась. Я подкидывал, получается, 3 раза в печку. Первый раз дрова закинул и потом еще 2 раза подкинул. Вода нагрелась уже на второй топке, когда я закинул. Была такая уже ощутимо горячая. Ну, на третьей там уже был кипяток. Вот нагревается быстро, хорошо в баке. Я набрал там вот где-то вот так вот воды. Все, сегодня занимаемся картошкой, подготовкой, и время останется. Возможно, еще сегодня будем делать электрику. Сразу видна разница после того, как проехался трактор. Хлама стало намного меньше. У нас копалка маленькая, однорядная, слабенькая. И вот если ехать по такой траве, то ее всю сразу же забьет. Копать не получится. А так проехали, все. Картошечка уже намного чище, копать легче. Но все равно даже вот такой небольшой ботвой нашу копалку забивает периодически. Но это не проблема. Так в большинстве она нормально идет.
Сегодня еще раз протопим печку, чтобы краска обгорала. Вчера хорошо протопили, сегодня еще разок. Она хорошо, стекло все видно. Как горит там все, наблюдаешь, сколько уже прогорело. Ну, удобно, да. Через сколько подбросить вот и все. Удобно за стеклом-то. Все хватит, Никита, хватит. Много-то не надо. Кинули провод 2х4. Делаем проводку. У нас отсюда пойдет в баню. Дедушка сейчас там вот на углу устанавливает автомат. У нас провод пойдет в баню. Будем делать его под землей. Прокопаю небольшую траншейку. Купил трубу. И в этой трубе уже у нас будет находиться провод до самой бани. Также здесь еще установим розетки. И с этого автомата у нас проводка пойдет еще туда, за дом. Там на сарайки, на амбар, на яму. В общем, делаем новую проводку. Сейчас пока сделаем автомат и до бани, а потом уже все остальное
Я думаю, что на следующий год, когда здесь будем делать уже ремонт, убирать старую баню, делать новый сруб, и там всю и проводку сразу же проведем. Тут никогда тоже надо будет приколотить, наверное, это место, если это, чтобы оно держалось. Сегодня убираю урожай чеснока. Чеснок у меня летний, яровой. В этом году хороший урожай. И чеснок разделился. Thank you.
будет мясо плохо. Овощи есть, овощи. Дорезал дерн до конца, от старой бани до новой. Видно, идет такая траншея по траве. Разрез. Сейчас нужно будет еще прорезать второй раз. Такое же расстояние. Здесь где-то около 25 метров, по-моему. Я замерял. 23, по-моему, метра. Тоже здесь все это отмерял, чтобы купить провод. Сейчас с другой стороны буду подрезать. И получится у нас такая маленькая траншея. Катя там обрезает чеснок. Сегодня убрала грядку чеснока. Он до самой бани прокопал. Камни. Катя, сейчас очень ответственное задание. Надо будет помыть камни и укладывать их в печь. У нас уже опять темнеет. Темнеет сейчас очень рано, очень быстро. И всю работу, которую планируешь сделать, не успеваешь. Так что Катя сейчас моет камни. Я вон тут траншею доделываю. Чищу ее.
Так вот взял ведерко, совочек и им прохожусь, вычищаю всю оставшуюся там землю, глину, чтобы шланг туда лег хорошо, труба. В этом году просушиваем яму дедовским способом, развели там огонь. Я нашел старое большое ведро, туда положили дровишки, полежки березовые, и их подожгли. Самая основная задача — это просушить яму, но еще и дымом она обеззараживается. Нет никаких бактериев и ничего, это как баня по-черному. А до этого просушивали обогревателями. Это у нас яма. Потому что сейчас уже будем копать картошку. Потом ее нужно будет спускать в яму. А яму готовят заранее. Чтобы потом на это уже время не Вкладываем последние камни, которые у нас остались, в каменку. И снаружи посмотрите, сколько у нас не хватило камней. В магазине мы сказали, какая у нас печка. Нам примерно посчитали, сказали, ну вот этого должно хватить. Но в итоге вот еще сколько нужно закладывать. Я думаю, что где-то 60 кг нам еще нужно будет докупить. Ну получилось чуть больше половины. Так, вот такие вот маленькие камушки даже есть. Конечно, они хуже, чем большие. У нас смесь идет в каменку. Яшма, жадеит и кварц. Такие красивые белые камни. Кварц. Так, ну в каменку у нас тоже не хватит немного. Жадеит. Так, еще маленький. Ну, сюда тоже, наверное, будет несколько камней еще. Вот буквально еще, наверное, штуки 3-4 в зависимости от размера, чтобы вот сюда, 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 и все. И потом уже каменку можно под ключ закрывать. А сюда, конечно, 60 кг у нас уйдет. Здесь я пока вот положил чугунный такой вес. Я думаю, что мы его и оставим. Потому что мы видели, продаются всякие такие чугунные тоже изделия. Там шары. Шаров, шишек всяких.
делают сейчас такие красивые. И вот они тоже чугунные, но стоят они очень дорого. Там, по-моему, за 3 вот таких шарика 3000 рублей. Да, да. А тут вот у нас просто под навесом лежала, она как раз размером, наверное, как 3 шара. То есть вот как раз ее здесь и оставим. Она хорошо набирает в себя тепло, его потом отдает. И сверху ее просто будем закладывать камнями. Вот так вот все по кругу здесь. У нас здесь 2 вида камней. Это у нас какие? Это кварцит, кварцит и талькохлорид. Талькохлорид. Талькохлорид вот этот, который, он прям весь в пыли был. Тот-то более-менее чистый. Ну и вообще он выделяет тальк, когда на него плещешь водой. Он такой жирный камень этот. Руки от него умываются. Ну в общем вот, сегодня поработали, сколько успели сделать дел. Сейчас опять уже темно. Сейчас где-то время, наверное, уже 10 час, может 10:30. Все, на сегодня закругляемся. Что успели, то успели. Что не успели, доделаем завтра. Также уже и картошка на подходе. В общем, сейчас основная работа это с картошкой будет. Надо ее копать. Ну и так, где-то в промежутках время будет. Будем еще доделывать баню. Дедушка завтра должен приехать. Он вот сегодня с проводкой поработал. Там у дома все сделал. Я завтра с утра постараюсь, до того, как начнем копать картошку, кинуть провод от дома до бани. Все, чтобы дедушка здесь уже потом мог тоже продолжить работу без нас. Пока мы там с картошкой занимаемся, он здесь потихонечку будет наделывать проводку. Вот так вот, в общем, все, с камнями разобрались. Утро вечером мудренее. Сегодня заканчиваем.